мир счастливых концов света нам представлялся довольно необычным и незаурядным. Но он и появился первым, потому что он появился как идея, что концы света происходят каждую неделю, и мы пытались понять. Мы подумали, что там можно понаставлять, это ж куча всего. Такой потенциал для развития и юмора. И не только такого, как... каких-то новых монстров, но и визуально, как это можно было подать, интересно, необычно. И поэтому сразу стало нам интересно, как это можно развить. Что это за мир? И мы стали придумывать и влюбляться в него постепенно. И дальше было главное создать. Понять правила и создать персонажей, которые бы гармонично смотрелись и развивались в этом мире. А с самого начала для нас мир был таким дополнительным персонажем, который играет важную роль. Нам надо было понять, как он будет развиваться. Что в нем будет и необычного, и обычного, как вот это вот по порциям можно разделить и подавать. Мы поняли, что много будет всяких нарушений реальности, аномалий, каких-то монстров, которые также влияют на этот мир, где-то его разрушают, где-то его переделывают на свой лад. И это влияет изменения не только на мир, но и для людей, которые в нем живут, в котором приходится приспосабливаться. И это... мы подумали, что это очень круто будет помогать нам и развивать сюжетку с юмористической точки зрения, но и при этом делать историю непредсказуемой. Ну и опять же, нам история эта была интересна не с точки зрения супергеройки, потому что мы с самого начала с Игорем договорились, это не будет история о супергероях, которые... это будет история о персонажах, у которых есть суперспособности. Но это была скорее история для нас, не в которой герои дерутся со злодеями в каждом новом выпуске, или персонажи дерутся с монстрами в каждом новом выпуске. Когда обычно делают в супергеройских, марвеловских комиксах. Мы хотели пойти дальше и рассказать историю наших персонажей, историю людей, которые живут в этом мире. И... как если бы это был реальный мир, и кто-то сталкивался с такими же проблемами. И с точки зрения все-таки где-то даже философского подтекста, с точки зрения такого намека на то, что может быть с нашим миром, если мы будем неаккуратны, если мы будем пренебрегать тем, что у нас есть. И, конечно же, немножко пофантазировать. Чтобы сделать все веселее. Да. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.